занимаюсь вопросами ораторского мастерства. И одной из главных задач оратора является удержание внимания вашей аудитории. То, о чем вы говорите, может быть в высшей степени интересно и полезно, но если вас никто не слушает, согласитесь, все будет впустую. Поэтому, просмотрев это видео, вы познакомитесь с одним из эффективных приемов в арсенале оратора, позволяющим удерживать внимание публики. Я буду говорить о визуальном контакте с вашей аудиторией. Очень важно перебороть в себе страх и научиться смотреть в глаза тем людям, с которыми вы говорите. Причем важно смотреть во все части зала, с которым вы ведете беседу. И у многих зрителей не идеальное зрение. И те люди, которые сидят там в 5-м, 6-м, 20-м ряду, они не будут видеть, куда смотрят ваши глаза. Поэтому, когда вы держите визуальный контакт с публикой, недостаточно делать вот так вот. Недостаточно делать вот так вот. Поворачивайтесь всем туловищем и давайте понять людям, что вы смотрите именно на них. Когда человек словил ваш взгляд, он будет до конца выступления смотреть на вас, боясь отвести взгляд, и что вы потом увидите, что контакта нет. Внимание ваших зрителей будет приковано к вам. Пользуйтесь этим приемом. Это всего лишь один из многих приемов, повышающих вашу способность удерживать внимание. Но его бывает достаточно, чтобы значительно повысить эффективность ваших выступлений. С вами был Антон Деркач. Подписывайтесь на канал и успехов в ваших личных выступлениях.